Так, все, пошла запись. Пошли. Все, стоим, вперед. И делаем кувырок вперед, все, кувырок назад. Страховка, левый, правый бок и колесо. Колесо, потом страховку. Мы уже делали? Я знаю. А я знаю. Ты кушаешь, а потом еще раз кушаешь. И не спрашиваешь. Я уже покушал. Папа, я уже покушал. Не надо мне одно и то же. Я сказал, вперед, назад, колесо, страховка. Куда? Ушел отсюда. Ушел. Вот, сейчас я отвечу. Иди туда. Да, слушаю. Это Трима. Петря на тренировке. У него Лун, Марк, Жой, Винер, Лавора, Дой, Антрономент. Это тренер. Он обязан просто быть. Хорошо, да? Спасибо большое. Что стоим? Можешь купить себе лопату, Петя, приходите сюда и покажем, как ты будешь работать. Что пришел? Тебе 3 минуты переодеться, не успеешь, будешь сидеть до конца тренировки. Будешь делать снять. Все, Мате, ставим по парам, вы вдвоем туда. Саша? Да. Саша, туда. Вы вдвоем туда, Андрей. А вы здесь. Где твое кимоно? Что ты садишься на велосипед? Вот и кимоно. Так иди быстрее. Да. Перешел туда. Приготовились, учками пошли. Куда ты пошел, эй? Вот там уже сейчас висело. Взял кимоно, оттуда и забрал. Покажи мне, пожалуйста. Пошли учками. Пошли, первый номер. Пошли, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В другую сторону. Тот же самый. Пошел. Уно, дой, три, патру, чинч, шаса, шапка, оп, ноу, дечи. Поменяли. Пошли. Уно, дой, три, патру, чинч, шаса, шахта, оп, ну, дети в другую сторону, пошли, уну, дой, три, патру, чищ, шаса, шахта, оп, ну, дети, теперь первый номер, один раз вправо, один раз влево, пошли, уну, уну, меняем захват, дой, уну, дой, уну, три, уну, без бросков. Эй, спинга дряхты. Уну, дой. Поменялись. Аджина, пошел вправо, влево, спинга дряхта. Уну, дой, уну. Саша, ты что, балетом занимаешься? Дой. Чувствуется, блин. Бестолковый, блин. 6 лет тренируется, блин, не может учками сделать. Смеется, блин. 4. Пусть 4 будет. За 4 года можно обезьяну научить. Быстро одел кимоно и вперед. Что у тебя нет кимоно? Дальше без кимоно. Сюда. Оделся он красивый. Что ты мне здесь красивым ходишь? Здесь все, кто из дзюдо. Алигей, пора. Так там мы эмблема Молдовы. И что? Так что, мы геи? Так получается. Нет. Человек тупой, блин, то он долго тупой. Независимо, где он живет, блин. Наверное, попить и покакать ходил, блин. Эй, сожрали мэй, блин, как вы меня замучили.
Жалко, что вы денег не платите. Саня, ну ты имеешь мозги, блядь. Что ты мне, встань, пожалуйста. Что ты мне показываешь? Что ты мне показываешь? Ты хочешь опять упасть удариться? Будешь драться, вот так выйдешь. Головой тюкнешь и все. Что сделать надо? Вынести его из равновесия. Руками сработать. И посмотри, сделай чеком, у тебя ни капли пота. Посмотри, вынести надо. А что ты мне тут балет устраиваешь? Что, мозгов нету, что ли? Пошли броски задними подножками. Еще один, блин. Балеруны, блин. Как я от вас устал уже, пацаны. Когда вы уже 12 класс закончите? Я уже с вами расстанусь и все, блин. Как вы мне надоели все. С вашими лицами. Так иногда зайдете, позвоните мне 10 января. Или справка вам нужна будет? О, Сергей Анатольевич, справка нужна. Фиги вам, блин. Левую справку сделайте. Так, пожалуйста, чуть-чуть подвиньте. Как я от вас устал? Не учиться, не тренироваться. Хорошо, внутри сели на колени. Сели на колени, шейку разогрели, ушки разогрели. Столько тренироваться, уже бы обезьяна, наверное, чемпионом мира стала. 4 года, блин. Ничего делать не умеет. Ой, как тяжело с вами, блин. Все говорят тренера. Вот когда смотришь, у него пусто в глазах, понимаешь? Нет желания тренироваться. Вот я тебя смотрю. У тебя нет желания, у тебя вот в глазах я не знаю, что, блин. Как работать с вами? Еще вас еще кормят, учат, блин. Ты зал для них, все, блин. Папа там бегает, пашет, кормят, возят на машине, пешком ходить, блин. Ну, нельзя тебе свои дети, это свои дети не бросишь. Ничего, потом, когда... Да, хотя я 50-е годы, я выдохну. А куда ты идешь? Что, деньги зарабатывать умеешь? Да. Ты? Под постели? Нет. Ты хоть пробовал прожить полгода сам? Да. Сам? Сам. Снял квартиру, зарплата твоя, стирал, убирал, готовил. Ты что-то делал сам? Да. Ты помогал работать. Твоя зарплата, знаешь, как быстро может уйти? Очень быстро. Свет не будешь включать, только интернет у тебя будет. Газа не будет, света не будет. Маленькая комнатка, да, вот где-то, ну, где-то там снимешь, да? Сколько сейчас комната стоит? Минимум 100 долларов. 100-150 лет. 100, я говорю, минимум 100, если найдешь где-нибудь на краю деревни, 100 лет на улице. Вот тебе классно там будет жить. Вы, кроме как кричать, вот травы ничего пока не умеете. Ну, можно. А, ну, можешь два раза крикнуть, что правда. Так, Диня, сиди сюда. Не обижайся, просто... Вот ты сейчас кто? Ты сейчас ученик 11 класса. Сядь на тебе. Ты ученик 11 класса. А я в 11 классе уже в армии сижу. Лентяй страшный, ни черта не делал. Но маму не беспокоил. Ходил на тренировки. И уже был, извини, 10 классе был кандидат на мастерство. Лентяй, но... Что-то есть, что-то есть. Я тоже. Кто? А ты что? Покушай. Ты кушай, ты что-то делай. Главное, пока есть родители, держите их, чтобы они, когда слышали твою имя, мама говорит, ой, слава Богу, что у меня хороший сын. То есть там все ругаются, матерятся, а ты там сидишь на углу и не материшься. Там дети вокруг гуляют, маленькие мамы, они вас просто боятся. Значит, смотрите, убираем ножку, да, оп, выводим с противника, оп, и переходим на удержание. Все, пошли. Самый легкий прием, это идите, да. Пошли. Выведение за равновесие, переход на удержание в бок. Пошли. Первый номер делаем. Раз, и вылезаем. Отлично. Раз, я считаю. 25 раз. Стынь-ка-дряпку, стынь-ка-дряпку.
Ахдой. Трей. Патру. Чинч. Шасе. Шапте. Оп. Ну. Дети, если бы я тренером был, я вообще знаю. Молодец, Петя, запомни это движение. Ну-ну. Дой. Три. И удержание. Патру. Тенгерляп. Чинч. Шасе. Шапте. Оп. Ну-ну. Дети. Восемь бас. Поменялись. Номер удой. Пошли. Тенгерляп. Уно. Дой. Три. Синим мину. Синим грыну. Синим мину. Синим грыну. Пату, а что ты переворачиваешься? Уйди, уйди, а сайгон. Уйди мобилизай. Что ты переворачиваешься? Эй, я синим мину шибыру. Я дозвонил своих родителей, буду тренировки посылать им, чтобы они видели, блядь. Какой сын у них растет, умный, красивый. Матея, сели на колени, чуть-чуть отошли. Чуть-чуть отошли. Сейчас боремся. И здесь, и здесь. Ну, уже давно бы, Европа, мир ездил бы. Смотри, сейчас сколько соревнований. Только люди нужны, которые работают. Сюда, возраст хороший. Все, вес, блин. Купил ногу, уже порвал, блин. Я знаю, еще летом. Что ты, я сказал, сели на колени. Боремся, положи соперника на лопатки. И не даже 20 секунд буду останавливать. Че? Следующий
тупой. Нет, почему тупой? Смотри, какой. Никак не попал. Сейчас они прилетают.
летает, потренируется, опять поедет на коммерческую сцену. Да, вот можно что-то купить. Нормально? Лучше, чем окна вставить. Да не суть, сыпайте меня сейчас. Все, больше ничего не будет. Нет, эта работа тоже хорошая. То, что ты работал во время... Вот открою ферму. То, что ты работал во время каникул, ты молодец. Макс тоже молодец. Теперь, я думал, он в Испанию уже не поедет, там с братом работает на стройке. Что там никому не нужно. Пойду. Вот, хотите, я расскажу потом, что будет. Напишу и вот здесь покажу. Да ну, а Коля, ну, просто... Он брат, когда увидел, как он работает, не зря тебя с работы уволили. Меня? Ну, а кого? Я сам уходил, да? Правильно, ты уходил, потому что ты там сделал что-нибудь. Вон, Юрий Александрович, видел, как ты работал. Курил? Сидел и курил. Кто? Юрий Александрович? Таких работников. Так, стоп. Задняя подножка. Вперед. Первый номер. Три раза. Смотри. Раз. Считаю. Раз. Два. Отдохнули. Три. Сашенька, Макс. Все, поменяли. Вот и вас. Пошли. Улом. Двое. Пожалуйста, не плати. Держи. Третья. Следующий. Ты им да, и тряпка. Бонус.